Товарищи офицеры, прежде чем начать наше совещание, разрешите представить вам нашего коллегу из Москвы. Белов Владимир Николаевич, эксперт в области религиозного экстремизма, который направлен к нам в помощь. Как вы знаете, обстановка в нашем регионе остается крайне нестабильной. По поступающей оперативной информации готовится ряд провокационных актов с сектами, направленных на дестабилизацию обстановки. В связи с этим главком было принято решение о создании оперативной группы, которую возглавит Владимир Николаевич, для противодействия и борьбы с этими экстремистскими организациями. Ну вот, в связи с этим у меня вопрос к Юрию Ивановичу. Что у нас с черным ястребом? Товарищ генерал, как я вам уже докладывал, лидером организации «Черный ястреб» является Антон Роговский, кличка «Кайзер». Хотя доказать связь совершенных преступлений с данной организацией пока не удается. Оперативной информации недостаточно. Работнички. Юрий Иванович, недостаточно, недостаточно. Каждое совещание это слышу. Ну когда же они будут сидеть? Товарищ генерал, разрешите? Да, пожалуйста. О черном ястребе у нас тоже информация есть. И, к сожалению, тоже ее недостаточно. Но мы знаем, что за этой организацией стоит структура «Братство Вечерней Зари». Секта, но, как вам известно, у нас в нашем законодательстве и определения такого, как секта, не существует. Наталья Петровна, что у нас было по этому братству? Братство зарегистрировано в нашем городе как благотворительная общественная организация. Церковью они себя не называют, Богу не молятся, поэтому придраться, собственно, не к чему. Вот именно. Претензий предъявить мы к ним не можем. Секты прикрываются вот этими вывесками благотворительных организаций, политических, общественных организаций, философских клубов, оздоровительных клубов, спортивные, тренинги разнообразные. А цель у них очень проста – власть, деньги, методы, одурманивание, контроль сознания. Отсюда, как следствие, бандитизм, грабеж, торговля оружием, наркотики, противоправные действия вплоть до террористических актов. Мы разработали кое-какие предложения для совместной работы. Разрешите, я их представлю? Да-да. Давайте. Хорошо. Ознакомимся. Мам, мам, а что это с дедушкой? Марина, бегом, мы торопимся. Здорово, клуб. Здорово. Чё так долго? Качество такое же. Чистоган. Знаю твой чистоган. Я за базар отвечаю. Посмотрим. В следующий раз двойную порцию. Понял. Сань. Угу. Отец! Отец, ты живой? Отец! Станция площадь имени Ленина. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно. Рассчитывать будешь? Очень смешно. Следующая станция. Бывай. Речной вокзал. Да, но у тебя и пенсия, отец. Может, скорую? Ты что, будешь всех надо? Не обманул клуб. Реальный чистоган. Поехали на базу. Окей. Кайзер! Я давал тебе задание. Почему ты его не выполнил? Кайзер, не получилось. Их много было. Да у них стволы были. Мы
Не боимся стволов! Дерьмо ты, а не ястреб! Вот во что мы превратились! Вот во что пытаются превратить наш народ! В скотов, которые не умеют постоять даже за себя! Я уже не говорю о чем-то большем. Мы разучились жертвовать собой ради блага близких. Нам плевать, как государство окунает нашу страну в помойку. Нам плевать, как оно относится к нашим старикам. Продажные чиновники, депутаты, силовики настолько озабочены своими откатами и подкатами, что до простого народа им ровно. И параллельно, я сам сегодня был свидетелем отвратительного случая. Старый человек, ветеран, защищавший нашу страну, защищавший вас, лежал в метро на лестнице, беспомощный, и ни одна тварь не остановилась. Никто не проявил участия, никто не помог. А вы? Ну, конечно же, помог. Нашу землю загадили все, кому не лень. Разве вы не видите, что над нами пытаются взять полный контроль? Тотальный контроль! Да, мы пытаемся защищаться. А нас смешивают с грязью. Разные фашисты, бандеровцы, жиды, ваххабиты и прочая шваль. Правильно! Так и есть! Мочи черных! Мочи черных! Мочи черных! Мочи черных! И заметьте, вся их так называемая праведность строится только на одном. На страхе смерти, а не на человеческих качествах. Дальше аула. Этих тварей пускать никуда нельзя. Опасно для жизни тех людей, в чью страну они приезжают. Опасно для нашей с вами жизни, для жизни наших детей. Вывод напрашивается сам собой. Мы должны показать им, кто настоящие хозяева этой страны. Мы, ястребы, последний шанс для настоящих людей. У нас есть сила, поэтому с полным правом мы можем заявить. Мы боги! Мы пришли! 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 Мы! Проездные. У кого есть, у кого нет, берем билеты. Молодой человек, у вас проездной? Проездной. Скажите. Билеты, билеты, берем билеты. Ну что, раз нет проездного, берем билет. У меня проездной. Проездной, давайте. Девушка, девушка, это место для инвалидов, женщин с детьми и беременных. Девушка, девушка, в наушниках, что ли? Опа!
Поехали. Понаставили тут. Здравствуй, доча. Здравствуй. Ну как ты тут? Лучше? А что не топишь-то? Холодно как. Почему? А? Ну ладно, пошли. Пошли, пошли. Ну как ты? Лучше себе? А? Анюра приходила? Кормила тебя? Приходила, кормила. Ну, хорошо. А? Я тебе тут хлеб принесла, пирожки. На, трескай. Дочь. Трескай, трескай, а мне ехать пора. В Калинск. У меня есть колледж ждет. Я на попутке приехала. Да не реви ты. Сказал же, что завтра приеду. Договорились? Маме ехать надо. А тетя Нюра придет? Скажет, что я не успел к ней заехать. Поняла? Пошла. О, вернулась. Нюра, я уже ухожу. Ты с ума сошла? Ребенка-то пожалей. Мы обо всем договорились, я завтра приеду. Фу, как перегаром-то от тебя. Ну что ты мелешь при ребенке? Лучаем ее почаще горячим поем. Пошла. Мамочка, рукавички не забудь. Умница моя. Вот так. Настя, Настя, сиротинушка ты моя. Пойдем. Гор больница. Следующая остановка площадь Станиславского. Ну, девушка, я вам в который раз повторяю, это место для инвалидов и беременных. Рэнда, инвалидка беременная. Да я в твоей матери пожалуюсь. Идиот, кусок. Это ты опять жвачку тут налепил? Нет. Отскрябывай, я тебя сейчас выгоню из автобуса. Школьники. Во, кто на сиденье? Попали. Кто на стекло? Что? Так и оказывается работать на улице. Пока отказываюсь. Настя! 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 Вот, насобирали. Здесь должно быть больше. Это все. Иди отсюда. Смотри, посида. Че дергаешься ты? Побрить вас надо всех. Шеи разведете. Подожди меня в коридоре. Вот тебе! Вот тебе! Брысь! А я первая начала. Что происходит? Это она виновата. Ну что вот ей? Видишься? Уж вы меня достали все. Здесь. Стой. Все? Да. Вот теперь? Значит, всё. Договорились, да? Свободен. Больше никаких драк. Хорошо. Ну что, Егор, после уроков пойдем в футбол играть? А что здесь происходит? Что у нее с лицом? Тебя что, били? Она деньги собирать отказывается. Зайдите ко мне в кабинет. Больно? Ну ты потерпи. Ты все правильно сделала. Ну не плачь. Пойди умойся, а потом зайди ко мне, хорошо? Зайди позже. Ага.
Галина Петровна, я буду вынуждена вас уволить. Я наслышана о вашей чудовищной методике воспитания. Вы должны понять, что мы здесь призваны не для Мария, того, чтобы... простите... Васильевна. Васильевна, вы у нас человек новый. И, я так понимаю, вы не очень знаете специфику нашей работы. Я учу детей выживать. Вы учите их попрошайничать на улицах? Здесь нет ничего такого ужасного. Это может им пригодиться в жизни. Или что, вы думаете, их там кто-то будет ждать с распростертыми объятиями и медом им помажет дорожку? И откуда, интересно, вы думаете, в нашем образцовом детском доме новая сантехника? Или парты? А? Пушкин прислал? Или Министерство образования ваше расщедрилось? Но вы понимаете, что это преступление против детей? Вы разрушаете их душ. Это безнравственно. Что? Нравственность? О какой нравственности вы говорите? О той, которая ждет их на улице? Или, может быть, об вот этой, которую я вынужден им вдалбливать на уроках по этим новым учебникам, которые невозможно читать? Вот, пожалуйста. Вот, есть добро и зло. Человек сам вправе определять, что из этого выбирать и чем питать свою душу. Вот пусть и выбирают. Ознакомьтесь. Напоминаем, что для выхода необходимо заранее предупредить водителя кнопкой звонка. Бульвар Победы. Следующая остановка – автокомбинат. Мужчина, проходите, не стойте здесь. Середина же пустая. А ты… Не выходи сейчас. Все шумишь, Рында. А как не шуметь? Если не шуметь, эти пассажиры мне весь борт перевернут. Вот сидит на инвалидном месте. Я ей говорю, а она не слышит. Может, правда, глухая? За красноречием часто скрывается пустота, а за молчаливостью высокие душевные качества. На, вот поешь, голодный, наверное. Говорила матушка София. А кто такая матушка София? Она... Расскажешь. Сейчас билет раздам. Билеты берем. Показывайте проездной. Ну, студенческий. Алло. Да-да, спасибо. А у вас? Хорошо. Молодой человек, у вас что, проездной? Спасибо. Это был музыкальный подарок для Марины от подруги нашей. Настен, подари розочку. Давайте сюда. Это вам. Вы замечательно пели. Спасибо, дочка. Получился прекрасный подарок на твой день рождения. Я тоже так думаю. Дождь и осень, туман, и непогода, и слякоть. Давай, Боря! Давай! Вид усталых людей мне они принесли. Ах, как сердце болит! Сердцу хочется плакать, и не станьте ждать надо мной глагли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо старых церквей и больших городов. Маш, ты сегодня так прекрасно выглядишь. Я рад нашей встрече. А что, девчонки? Белый танец? Ну чего ты? Нет. Почему нет, Настя? Правда, не вижу достойного кавалера. Я тебя еще раз поздравляю. Ну все, давай. Пока. Пока-пока. С молодости люблю эту песню. Еще бы. Какими травами? Что, дача, что ли?
Тогда еще помню, танго, по-моему, «Весна» называлась. Мы с Валюшкой в 49-м перед свадьбой еще танцевали. Сейчас уж не помнит никто, конечно. Так мы после перерыва и закажем. Да еще. Помнит. Да должны. Спасибо вам, Иди ты. До свидания. До свидания. О, почитательница таланта. Ну, что есть, то есть. Да, за ним глаза классные. Ну да, я тебе говорю, короче. Мужик, пиво будешь? А баб твоя? Сережа, нет, пойдем. А чё? Познакомимся. Я спешу. Ты куда? Подожди. Ну ладно, отстань. Что ты? Ну? Да ладно, держи ее. Улыбайся, улыбайся. Отпусти, давай, смотри. Улыбнись. Отстань. Улыбайся, улыбайся. Отпусти, ну. Ой, ребята. Что-то я пойду курну. Ой. Рассказывай, рассказывай. Отпустите, не нравится, берем фильмец получится. Ну, Зевка, посмотри за камеру, что-то я же снимаю. Ну, что, как маленький его. Алло, я что сказал? Отпустите, девушка. Дедуля. Да це ж маска. Класс, офигенчик. На, отловись. Ветеран, на. Алло, полиция, у нас драка. Вали его, пацаны, да? Прекратите! Да? Мы все вцепляли! Стойте, сволочи! Пацаны, шухи! Нет, ты что творишь, дядя? Батя, ты как? Отпусти девочку! Пошел ты! На! Нож брось! Нож брось! Мужики, заберите эту мразь. Понимаем, переворачиваем его, давай. Понимаем. Срочно скорую помощь. Мужчина в тяжелом состоянии. Она же у нас свидетельница обвинения. Могла бы на этом заработать, и довольно неплохо. Да ну вы о чем? Думаете, стали бы платить? А куда бы они делись? Шуточное ли дело? Ветеран войны в инвалидном кресле. Довольно грязная история. Как ни крути. И довольно круглую сумму ей уже предлагали. Так что... Если бы не она, все дело бы развалилось. И отмазали бы этого высокопоставленного сынка. Я не опоздал. Ну что ты? Ой, Дима, в таком деле даже захочешь не опоздать. Внимание, она идет. Можно пару вопросов? Анастасия, один вопрос. Ну что ж, как говорится, без комментариев. Да уж. Простите, Настя. Вас ведь Настя зовут? Настя. А меня зовут Сергей. Здравствуйте. Настя, я был на заседании. Вы могли меня видеть? Да. Мне необходимо с вами поговорить, это очень важно. Поверьте мне. Хорошо. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Я слышу выступление в суде. Я хотел бы вам помочь в этом деле. Я юрист. И мне кажется, я могу вам пригодиться. Я даже навел справки о вас. Каким же образом? Ну, при нынешних возможностях это не проблема. Я узнал, например, что вы из детдома. Мне показалось, что вы очень красивый и одинокий человек. А еще очень чистый. Сейчас это очень большая редкость. Ну почему же редкость? Столько хороших девушек вокруг. Не скажите. Так выступать против этих негодяев в суде нужна чистота и настоящая смелость.
Да какая там смелость? 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 Ведь они же вам угрожали. Но, тем не менее, вы выступили. Они же могли вас искалечить. Ну, не искалечили же. Вполне могли. Не знаю. Я об этом не думала. Знаете что? Через 3 дня мы с приятелями устраиваем небольшое торжество. Собираемся прямо здесь, в ресторане. Я вас приглашаю. Вот мой номер телефона. Если вы позвоните и согласитесь, буду очень рад. Таким образом, я выиграл это дело. Ты понял? Молодец. Пьем за тебя. Ребята, извините, пожалуйста, за беспокойство. У меня сегодня день рождения. Я вот смотрю на вас, вы такие молодые, такие красивые. У вас такое большое будущее впереди. От нашего стола к вашему столу. Выпейте, пожалуйста, за мое здоровье. С днем рождения. С днем рождения. Поздравляем вас. А ты хотел уйти? Да мне просто завтра на работу рано. Ну и что? А я вас сначала испугалась очень. Ну, правильно. Потому что я сам себя боюсь, особенно по утрам. Нормально, так бывает. Ну вот, только не с вами. Женщина, вот вы спрашивали, да-да. Вам сейчас выходить. Да-да. Пожалуйста. Ну что? Боже, человек-потеряшка. Вспомнил, может, что про себя? Про себя ничего. Сегодня вот фотографию в храме нашел и кое-что начал припоминать. Ну, видимо, читал когда-то. Это первая настоятельница Шамардинского монастыря, Матушка София. Про нее старец Амвросий Оптинский говорил: не было у нас такой настоятельницы и не будет никогда. Она сама-то из знатной богатой семьи. Умная, образованная. И обитель, когда начали строить на ее же деньги, никакой работы не боялась. Везде успевала. Она, знаешь, великое стремление имела к молитвенной жизни. И молиться умел, как никто. Вот Господь ей и даровал слезную молитву. Ну, аж как сестры ее любили, и рассказать трудно. Их тогда в монастыре почти 300 человек жило. Она, когда заболела тяжело, каждая из них захотела с ней повидаться, поговорить, проститься. Испугались они, что она умрет. Ей тогда всего 43 года было, не старой еще. Да. Смотри. Похоже. Ух ты. Похоже, да. И что? 43 года так и померла. Очень похоже. Но ведь, когда человек готов к блаженной доле, Господь ни минуты, ни медля забирает его к себе. Независимо от того, насколько он нам здесь нужен. Вот почему и одна ты здесь и осталась. Велика милость Божья. Ему лучше знать, что нам полезнее. Улица Станиславского. Да, женщина, здесь выходите. Следующая остановка — улица Титова. Настя,
А о чем ты мечтаешь? Я бы хотела увидеть море. Да, конечно. Мы с тобой обязательно поедем к морю. Я тебе обещаю. Сереж, тебя что-то беспокоит? Настя, мне нужно с тобой поговорить. Я понял, что я просто не могу без тебя. Поэтому мне... Поэтому я не могу не рассказать тебе. Что случилось, Сереж? Послушай, пожалуйста. Для меня просто огромное счастье, что мы с тобой встретились. Я теперь просто как на крыльях летаю. Правда? Но, понимаешь, есть вещи, которые неотделимы от любви. То, что называют вечностью. Пожалуйста, только не пугайся, ладно? Очень мало кто может к этому серьезно отнестись. А достигнуть вечности и обрести ее вообще единицы. Только по-настоящему духовные люди. Духовные? Ты настолько религиозен? Тебя это пугает? Нет, нисколько. Просто у меня был неудачный опыт в жизни. Аллилуйя! Но тебе я верю. Это очень хорошо. Ты даже не представляешь, как это хорошо. Так вот, понимаешь, есть люди, для которых вечность — это не пустой звук, не выдумки, а реальность. Реальность и важная цель. И они достигают вечности. Сами входят в нее по своей воле. Сами выбирают момент, когда им войти в вечность. И чем скорее они смогут это сделать, тем лучше. Лучше для кого? Для многих людей. Подожди, Сереж, ты говоришь о самоубийстве? Да нет, Настя, это не самоубийство. Ты христианин? Ну, как бы тебе сказать? Изучая религии, понимаешь, что все это сказки. Просто красивые сказки. Это не религия. Это истина. Вечность, она реальна. Она реальна, она ощутима. И она прекрасна. Она дает человеку счастье, радость. И главное, что человек сам может вступить в вечность, войти в нее по своей воле. Ты так говоришь, как будто ты там был. Не был. Но я очень хочу побывать. Я понимаю, что это звучит странно, но это реальность. Есть реальные люди, которые там были. И которые пришли сюда оттуда. Это посланники. Сереж, знаешь, мне как-то не по себе от этого. Извини. Увлекся. За тебя, родная. Ой, извини, я на секунду, это важно. Хорошо. Алло, слушаю. Ой, иди сюда. Полина, милая, куда ж ты пропала-то?
Спасибо вам огромное. Ну что ж ты папу-то пугаешь? Ну прощайся, пока, Светик. Пока. Спасибо вам. Пока-пока. Сереж, скажи, а у тебя много друзей? Много друзей не бывает. Самых близких? Близких? Ну, тех, которые тебя понимают. Понимают? Ну, наверное, это посланники. Я тебе о них говорил. А познакомь меня с ними. Ты точно этого хочешь? Да. Хорошо. Рецепт можете оставить у себя. Спасибо, всего доброго. Что на звонки вчера не отвечала? К сессии готовишься? Ну, ты же знаешь, я не буду учиться, в академ пойду. Ты с ума сошла? Настя, у тебя ведь не было проблем с учебой. Что с тобой в последнее время происходит? Нормально все. Да ничего тут нормального нет. Ты же мне сама говорила, что для тебя высшее образование – голубая мечта детства. Здравствуйте. У меня мурашки от ее взгляда. Не обращай внимания. Анастасия Александровна, вас Ирина Петровна к себе в кабинет приглашают. Настюш, держись. Вызывали, Ирина Петровна? Ну что? Что у вас вчера произошло с покупателем? А что произошло? Нахамила ты ему. Ну что вы, Ирина Петровна, я... Я знаю, что я Ирина Петровна. А вот что ты здесь делаешь, в этом еще надо разобраться. Учетные препараты без рецепта ушли. Жалобные книги, записи постоянные. Но жалобы не только на меня, я не одна здесь работаю. А вчера еще покупатель такой нервный попался. Да с тех пор, как тебя на работу взяли, весь коллектив колбасит. Но я... Но ты мне похами тут еще. Давай, все, иди работай. И чтоб план выполнен был. Я все слышала. Опять Петровна достает. Я не понимаю, чего она от меня хочет? Почему она цепляется ко мне? Настюн, ну ты перетерпи. Ну не такой уж она и зверь. Сама несчастная баба. Женька, ее муж, на каждый пенек кидается, а она любит его безумно. Но я-то тут при чем? Ну он за ней вчера с работы приходил, тебя увидел и разулыбался. Ей этого хватило. Я так не могу. Я уйду. Настюль, ну не грузись, пожалуйста. Все обойдется. Вон и Наташка тоже через это проходила. Слушай, а про учетные препараты вообще не переживай. Петровна выкрутится, это ее проблемы. И Женьки, кстати, тоже. Не зря он сюда каждый вечер таскается. Не только на девчонок смотреть. Все равно. Уйду я. Настя. Ровно полгода назад в здании железнодорожного вокзала прогремел взрыв мощностью 10 килограмм в тротиловом эквиваленте. 18 человек погибло, более 40 пострадали. Ну что, поехали? Сегодня на траурный митинг сошлись родственники и друзья погибших, очевидцы трагедии, полицейские, железнодорожники и просто неравнодушные к беде граждан. Ну что ты смотришь эту чернуху? Поехали скорее. Ну это же страшно, то, что произошло. Что они творят? Да страшно. Поехали. Но я не рассчиталась. Сейчас рассчитаюсь.
Ну вот, приехали. Пошли. Пойдем, пойдем. Давай. Опаздываем. Как думаешь? Ну, не знаю, тебе виднее. Как тебе здесь? Да, смотрю, слушай, но наконец-то они с тобой все-таки вдвоем. Здравствуйте. Привет. Привет. Ты сам понимаешь. Как? Ответь, я забыл. Ну что? Так о чем мы говорим? Да, я время забыла. Тебе же здесь нравится, как и так вот. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Светлана, а вас? Анастасия. Анастасия. Очень, очень приятно. Очень приятно. Знакомьтесь, наши новые друзья. Настя, очень приятно. Встречался с этим Я хочу понять. Тихо, тихо, тихо. Братья и сестры, внимание! Учитель! Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня замечательный, удивительный день. Еще двое из нас обрели просветление. Здравствуйте. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Вы все-таки пришли к нам? Прекрасно. Как я рад, что вы все-таки с нами. Да. Вечность трепещет от того, что вы с нами, знаете. Спасибо. Вам уже лучше? Лучше. Вот видите, я же никогда не обманываю. Дорогие мои, мы живем во времена Армагеддона. Время борьбы добра и зла. Добро – это знание о вечности. Зло – это преступное неведение. В результате этого неведения человек не просто не попадает в вечность, он перестает существовать. Его сознание разрушается. Мы, наше братство, говорим об этом, а нас не слышат. Мы предупреждаем, но нас презирают. Более того, гонят. Страшное время. Именно потому, что миллионы людей канут в никуда, исчезнут, превратятся в молекулярную пыль. Но это время и лучшее, потому что именно сейчас мы готовы сделать решительный шаг к вечности и забрать с собой тех, кто никогда не слышал о вечности, но благодаря нашей вере и нашей любви они смогут обрести вечность. Нами движет любовь, жертвенная любовь. Любовь к братьям и сестрам. Любовь, ради которой каждый из нас может пожертвовать самым дорогим, что у него есть, даже своей жизнью. Ведь это так. Да, мы не держимся за жизнь. Мы знаем, что в результате акта жертвенной любви каждый из нас получает просветление. И даже более того, просветление получают те, кто, никогда не слышав о вечности, оказался с нами рядом во время акта жертвенной любви. Эти люди тоже попадут в вечность. Мы, каждый из нас, мы спасем всех. Сергей мне рассказывал о вас. Он признался, что любит вас, а вы любите его. Я очень рад. Любовь – это чистое священное чувство. Оно просветляет человека, вдохновляет его. Спасибо. Наверняка у вас есть еще вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь. Это правда, что вы... Посланник? Да.
Да, правда. Это все, что вы хотели спросить? Вы были в Вечности? Да, конечно. А как же, говорят, что оттуда никто не возвращался? Не возвращался? Ну вот, я сижу перед вами, разговариваю с вами, пью воду. Я такой же человек, как и вы, как и все. И так может каждый вернуться? В принципе, да. Но избирают не каждого. Меня избрали. Кто избрал? Я не могу произнести его имени. Из благоговения. Но там его все называют по имени. Он Бог? В вашем сегодняшнем понимании, да, Бог. Он – это Вечность. А Вечность – это Он. А мы с Сережей будем в Вечности? Да, конечно. Вы будете в Вечности. Правда, насколько я знаю, вы теперь уже не можете друг без друга. Я не могу. Значит, мы будем вместе. Прошу прощения. У меня есть еще неотложные дела. Да. Теперь мы с вами знакомы. Поэтому вы вполне можете приходить сюда одна, без Сергея. Спасибо. До свидания. Почему так мало людей знает о вас? Ваша религия появилась недавно? У нас не религия. У нас истина. Но понять ее, тем более принять, дано не каждому. Единицам. Хотя, в общем-то, ничего сложного нет. Вы меня понимаете? Ну, мне кажется, я вас понимаю. Вы жертвуете собой ради того, чтобы убить других людей, и тем самым вы спасаете себя и тех, кого... Нет? Мы никого не убиваем. Мы забираем. Забираем. Есть разница? Это наши оппоненты говорят об убийстве, а мы совершаем акт жертвенной любви. Я всегда говорил об этом. Вы слышали? Настя, поверьте. Те люди, которые никогда не слышали о Вечности, попав туда, страшно благодарны нам. Вам это может показаться удивительным, но тем не менее они настолько рады, они настолько ликуют, что сама Вечность ликует вместе с ними. Ну, тогда вам, наверное, плохо здесь, на Земле. Я хочу в Вечность, и я скоро уйду туда. Вместо меня придет другой посланник. Третий, четвертый. Но очень скоро. Скоро это закончится. Армагеддон подходит к концу. Нам с вами нужно торопиться. Уважаемые пассажиры, в избежание травм во время движения держитесь за поручни. Да. Напоминаем, спасибо. Что для выхода необходимо заранее предупредить водителя кнопкой звонка. Мам, дай мне билет. Спасибо, только не хотела. Что ж твоя святая София тебя-то не спасла? Раз говоришь, что пьяных подбирала. Тяжкий грех, видать, на мне. Убил столько кого? Да кто ж меня знает? А вот в храм все ходишь, ходишь. А Господь тебе память так и не вернул?
Ведь не помнишь, откуда ты в нашем городе, как зовут тебя. Все молишься, молишься, а толку-то? Так может, Господь мне вот так и дает путь к спасению-то? Метро Студенческое. Следующая остановка — улица Большевицкая. И еще. Очень важно поделиться с тобой своей тайной. Не все могут понять это, но в тебе я чувствую странную скрытую силу. Я вижу, что ты особенная, и поэтому хочу рассказать тебе о самом главном. Дело в том, что там, в вечности, нет понятия мужчины и женщины. Там люди сливаются в едином экстазе. Ты же обещала доверять мне. Ты же знаешь, что я завязал. Света! Как там твои орлы? Они ястребы. Да какая разница? Я слышал, вы пошумели в городе немного, на первые полосы газет попали. Согласен, слегка переборщили. Ну, ты ж понимаешь, ребятам разрядка нужна. Вот оторвались. Так ты из-за этого меня вызвал? А ты не забывайся. Я тебя буду вызывать тогда, когда мне будет нужно. Что? Опять с журналистом надо поговорить. 7 числа должны пройти наши мероприятия. В преддверии этого нужен небольшой шум. Пусть мусора твоими занимаются. Под ногами не путаются. Заодно покажешь своему гопару, дитю гор, кто в городе хозяин. Понял. Сделаем. Извини, забыл предложить. Выпить не хочешь? Спасибо. Я завязал. Кстати, как Джохар? Все еще общаетесь? Ты не свое дело-то не суйся! Гопотой своей занимайся! Сучоныш. Понадобится? Вызову. Свободен. Здравствуйте, скажите, с батюшкой можно поговорить? А ты, милая, хоть знаешь, куда пришла-то? Вон как ножище-то обтянула, потлатая вся. У тебя дома нет платка? А юбки? Руки-то из кармана вынь! Ты ведь в храм идешь, не на дискотеку, к батюшке, а не к Деду Морозу! Простите, одну минуточку. Девушка, девушка! Девушка, подождите, куда же вы? Девушка, постойте! Ну вот ушел человек. Он ведь не к тебе шел. К Богу. Простите. Что ж ты между Богом и человеком-то встреваешь? Простите, батюшка. Ведь это уже не первый раз, Наталья. Придет еще. Придет. Ну вот что теперь делать? Простите, батюшка. Для чего вы только в храм приходите? Вредить? И своей душе пользы нет, и людям в храм не даете войти. Простите, батюшка.
Простите, я вас слушаю. Я тебе говорю, шеф его реально чуть не завалил. Вот, дверь открой. Гапар, привет. Узнал? У меня опрос все тот же. Повторяю, твои палатки стоят на нашей территории. Ты хорошо подумал? Вопросов больше нет. Горец хренов. Санек, обзванивай всех наших на базе через час. Угу. Поехали! Настя, открой! Настя! Настя, что случилось? Он грязный, отвратительный тип. Кто? Твой учитель. И ты такой же, вас всех ненавижу. Подожди, что случилось? Он приставал ко мне. Он меня лапал. Никто еще со мной так не поступал. Он не учитель, он урод. И вы все там такие уроды. Подожди. Успокойся. Это не то, что ты думаешь. Но я говорю правду. Настя. Это нечто иное. Ты не понимаешь, что это за человек. Да, до встречи с ним я был просто ничтожеством. Только после того, как я его узнал, я стал человеком. Я стал способен чувствовать. Я тебе не верю. Настя, да я люблю тебя! Хорошо. Я уйду. Ты правда... Ты правда любишь меня? Настя. Без тебя я просто погибну. Хорошо. Я попробую. Я постараюсь понять. Метро Студенческое. Следующая остановка – Горбольница. Билеты берем? Одну остановку проеду. Прекрасно. У меня одну остановку бесплатно, в другом автобусе одну остановку бесплатно. Так, знаете, молодой человек, можно доехать до бесплатного питания в отдаленной местности, да за колючей проволокой. Че грубишь-то? Не нравится, иди туда или билет бери. Что за люди? Им все бесплатно надо. Следующая остановка – Горбольница. Билеты берем. Уважаемые пассажиры, во избежание травм во время движения держитесь за поручни. Наш мир лежит во зле. И задача каждого из нас – найти то единственное место на земле, где мы найдем спасение. А батюшка сказал, что к вам ходить опасно.
Батюшка. Еще раз повторяю вам. Чем ближе вы к истине, тем жестче все мировое зло будет обрушиваться на вас. Кроме того, каждый человек свободен по своему рождению. Так что вам выбирать. Кого слушать и кому доверять, мы здесь никого не держим. Извините, что перебил. Знаете, дорогие мои, то, что касается батюшки, мы с вами поговорим отдельно. В другое время, если вы, конечно, не против. Да, хорошая девушка. Твой долг уменьшается. Но, мне кажется, она немного напугана. Но это твои проблемы. Ты ведь не хочешь оказаться там, где был? Ты же не сможешь снова стать черным риэлтором. Спасение близко. Приходите к нам. Приходите к нам. Спасение близко. Спасение близко. Приходите к нам. Спасение близко. Да пошел ты отсюда. Спасение близко. Спасение близко. Помнишь, учитель говорил, что мир лежит во зле. Мы вас ждем. Поэтому нас часто будут называть сектантами. Спасение близко. Помни об этом. Спасение близко. Спасение близко. Сегодня мы обрели нового члена нашей семьи, Анастасию. Настя, послушай. Все, что ты мне сейчас рассказала, это настоящая секта. Это не секта. Это удивительные люди. И стоит тебе с ними познакомиться... Я что, с ума сошла? Они там мозги промывают, Настя! Ты говоришь полную ерунду. Какую ерунду? Учебы у тебя нет, работу ты бросила. Есть вещи поважнее этого. Какие, например? Жертвенная любовь во имя вечности. Служение истине. Истине? А ты не думаешь, что тебя просто используют? Ты ничего не понимаешь. Уходи. Настя. Я не хочу с тобой говорить. Уважаемые пассажиры, фирменный поезд номер 989 Владивосток-Москва прибывает на восьмой путь, платформа номер 4. Нумерация вагонов начинается от головы состава. Вас посвятили во все детали. Да, учитель. Вы знаете, что вас там будут ждать люди. Вы знаете, где это будет. Да, я был на месте, я все проверил. Очень хорошо. Я сделаю как надо. Не отпускайте от себя эту девушку. Да. Она должна служить нам. Да. Она должна служить истине. Хорошо, учитель. Настройте ее.
Настройте таким образом, чтобы она была готова пойти вслед за вами. Вечность. Сережа. Я пришел попрощаться. Как? Уже? Я должен уйти в вечность. Ты же знаешь, так надо. Знаю. Мы обязаны. Мы должны. Пора. Увидимся в вечности. Сережа. Сережа. Настя, что с тобой? Я боюсь. Мне страшно. Почему мы не можем идти вместе? Ты ничего не должна бояться. Ты идешь вслед за мной в вечность. Там мы будем неразделимы, ты и я. Там мы будем жить. Я жду этой минуты. Я хочу с тобой. Через час... Тебя будут ждать, и ты придешь ко мне. Вахит, ящик давай. А теперь вот сюда ставь. Сюда, вот сюда, да, да. Я пьяных на борт не беру. Да мне твое море по колено, понятно? Так знаешь что, мне что, полицию вызывать? Парень, чё? Ты сюда садись. Вот, Рында, мужик понимает. Воняет от него. А все бабы дуры. Меня произносит. Красивая ты. Слышали, на вокзале что-то взорвали. А? Ну ладно. Чё, сломался?
Мухина, отойдите, ну сядьте, ну есть же место. Обязательно стоять надо. Че там, боцман, а? Да опять этот движок. Выйти можно? Ну, сейчас выйдете. Открутим за дверь. Да сейчас. Кто хочет, может выйти. Ходите быстрее, здесь остановка запрещена. Это штрафуют нас еще. Мне надо выйти. О, не май заговорила. Не спеши, дочка. Быстрее не получится. Ты до цирка? Так там же ремонт дороги. Ты пока по грязи дошлепаешь, в то же время и получится. Ты слышала новости? Да. У тебя осталось полчаса. Все в порядке? Конечно, Джохар. Ждите новостей. Поцарапал ублюдок маленький. Полиция! Лежать! Полиция! Опа, тихо, 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 спокойно, ребята, я сам. Спокойно, спокойно, все, 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 тихо. Встать. А я смотрю, при полном параде маски шоу. Че медальки-то не нацепили? Рыцари горячих точек. Значит так. Первое. Звонок моему адвокату. Второе. Звонок мэру. Третье. Звонок твоему начальнику. И ты лично передо мной извинишься. Командир! Меня подставили. Вы не понимаете. Это страшные люди. Мной манипулировали. Я исполнял чужую волю. Это все учитель. Я про него вам все расскажу. И про него, и про Джохара. Чистосердечное признание. Я... Смотри-ка. Оно не тонет. Вытащите его. На зоне поплавает. Ну что, ваша светлость, заметался? Менты хвост прищемили? Заткнись! А я тебя предупреждала. Вот нахрен ты связался с этими джихадовцами? Ему всем мало. Сидел бы сейчас себе спокойно на заднице, а бабло текло. Рот откроешь, я тебя из-под земли достану, сука. Молись, чтоб тебя на панель взяли обратно. Ну уж нет. Дорогой. Я теперь знаю... Как бабло делать? Следующая конечная. Цирк. Мама, мамочка. Мама, мамочка. Катюха, я как умру. Коля, подожди. Напилась, я пьяна. Не дойду до дома. Восьмерочка. Довела меня тропка дальняя. До вишневого сада. Нифига себе. Ах.
Кать, ты куда? Ты меня довезешь? Куда? Меня доченька дома ждет. Подожди, я все брошу и за штурвал. А? А ты? Ну, не довезешь? Ну, не надо никуда ехать. Ну, не надо. Как? Ты куда? Белов. Товарищ полковник, учителя взяли. Отлично. Документы при нем? Да, и документы, и деньги при нем. Молодцы, ребят. Спасибо. Девушка, вот телефон. Спасибо. Помоги тебе, Господи. Ну что? Что ты стоишь, молчишь-то? Господи, помоги. Отстань от меня! Уйди отсюда! Вот дура-то ты смотри, а! Куда?